Вьетнам! Что-то творится. Чтобы я здесь да работал, что с ним такое? Нормальную прибавку. А не то? Все не так плохо. У многих, между прочим, и такой работы нет. Уф. Ну когда же кончится эта экономическая задница? Ладно, что-то я разнылся. Вали! Черт! Нет, 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 нет! Что тебя мать в детстве из мочи кормила? Это не конец. Ищите и будьте осторожны. Здесь никого, продолжай. Лучше не расслабляться. Thank you.
присутствует еще кто-то. Глядеть в оба! Это ведь камеры Блюм. Неужели они следят за частной жизнью? А в романтической комедии лифт бы сломался, и мы бы влюбились. А в Куреве мы бы трахались, как гориллы. Ну, если бы лифт сломался. Ну, давай же, пять. Нет? Ладно. Так, есть. Теперь Росин. Что же ты знаешь про Ники? Росин, посмотрим, где ты. Так-так, попался.
обещали повысить оклад. Администрация порта конфисковала контейнер с армейским вооружением на миллионы долларов. Груз прибыл из Европы, но неизвестно, как он попал в страну. Скорее всего, это часть масштабной схемы. Детали неизвестны. Сегодня утром был обнаружен труп. По одной из версий, это дело рук мафии. По данным полиции, жертва причастна к недавнему ограблению. Считается, что он связан с преступной группой Чикаго Сталкера.
кончай будеть! Просто тырил деньги у банка. А ведь в натуре. Я бы тоже бабла слил. И пускай в банках офигевает. Мэр, столько сделал, чтобы все забыли про скандалы и переизбрали его. А то... Так, давай. Мы первый город, где включили сети ОС. И все благодаря мэру. В чем дело, Морис? Думаешь, большой секрет открыл? Не надейся, я не передумаю. Задолбал сильнее!
власть над городом. И на своих сейчас. Группа. Да. Кто там может? О, конечно. Вешают всем лапшу на уши по поводу глобального потенциала сети ОС. По крайней мере, в богатых странах. Прям светятся, когда вещают. Вспоминают тех, кто изменил мир. Эдисона, Александра Белла. Хочется поверить, но вдруг понимаешь, что они могут сделать. Как сказал Рэй... Представим, что все города Европы, Азии, Африки вдруг стали одной большой и дружной деревней. Система наблюдения, база данных на...